Дружочка, не проще, не прохожие. Всем привет, вы находитесь на канале LVN. И сегодня я хочу с вами поговорить такую тему. Как же контрить танков в Overwatch 2? К сожалению, я сам не могу поиграть в Overwatch, потому что если я запущу Overwatch, то с моим компьютером будет вот это. Поэтому, пройдя кучу анализов, посмотрев кучу роликов, прочитав статьи, я все-таки нашел, каких персонажей кто контрит. Сегодня мы разберем танков из игры Overwatch 2. Если вам сильно понравится данная серия роликов, я лично сделаю еще такие же про сапов и ДД, то есть дамагеров. А мы приступаем к самому ролику. Первый, кого бы я хотел, чтобы вы знали, как контрить, это будет королева стервятников. И я контрю такие персонажи, как Таран и Ариса. Таран работает, создавая беспокойство в команде королевы стервятников и используя в своих интересах ее долгое время перезаряд. Вы можете использовать энергетический дротик Арисы не только для оглушения королевы, но и для ее перемещения. Как контрить Диву? Ну, D.V.A. Ну, вы поняли. Ее контрят такие персонажи, как Заря, Симметра, Мойра, Уинсон. Все герои с лучевым оружием хорошо противостоят Диве. Вы можете использовать любых из упомянутых героев, поскольку ее защитная матрица не может поглощать атаки лучевого оружия. Как контрить Арису? Скорее всего, именно этот танк взял у вас тильт. А так если с ним еще и хороший саппорт, то ваша жопа будет гореть ярким пламенем. Но кто же ее контрит? Это Трейсер, Гензи, Кулак Смерти, Фара, Эхо, Сомбра. Все эти герои обладают высокой скоростью передвижения, что позволяет им отстать от Арисы. Оказавшись позади, вы можете нанести ей значительный урон. Вы также можете использовать Сомбру, чтобы противостоять Арисе, так как ее взлом не позволит Арисе установить новый барьер. Сомбра может даже взломать и отключить способности энергетического копья Арисы. Как же противостоять Райнхарду? Его контрят такие персонажи, как Сомбра, Кессиди, Анна, Мэй, Бригитта, Красавчик, Фара. Вы можете быстро отключить его барьер, оглушив его с помощью таких героев, как Кессиди, Мэй, Анна и Бригитта. Даже Сомбра может сделать это, используя свои хаки. Вы также можете использовать сильный взрывной урон, который наносит такие герои, как Фара и Красавчик, поскольку они могут разрушить барьер Райнхарда. Как контрить Турбосвина? Фух, этого пуджа на минималках знает каждый, кто даже не играл в Overwatch. Но как же его контрить? Его контрят такие персонажи, как Эхо, Фара, Гензи, Трейсер, Сомбра, Роковая Вдова, Красавчик, Анна. Такие герои, как Фара, Эхо, Красавчик, Анна и Роковая Вдова, могут наносить урон на расстоянии, а атаки Турбосвина не могут их достать. Другие герои, упомянутые ранее, то есть Гензи, Трейсер, Сомбра, обладают высокой мобильностью, поэтому могут легко вернуться от его крюка и нанести урон. Как противостоять Сигме? Чтобы контрить его подойдут Люсио, Гензи, Трейсер, Сомбра. Такие герои, как Гензи, Люсио и Трейсер, быстрые, поэтому они могут довольно легко уклоняться от атак снарядами Сигмы. Если вы используете Сомбру, ее взлом не позволит Сигме установить новый барьер, и у вас будет больше места для нанесения урона. Как же контрить Уинстона? Обезьяна вместе сила! Извините, я просто ему привет передавал. А так его контрят такие персонажи, как Анна, Мэй, Бригитта, Кессиди. Если вы используете оглушающие атаки упомянутых ранее героев, вы остановите и нанесете приличное количество урона. Вы получите открытое окно для атаки после использования оглушающих атак. Как противостоять Тарану? Этому маленькому хомячку! Его контрят Бригитта, Мэй, Анна, Кессиди, Турбосвин. Ошеломляющая атака любого из героев из списка ранее может помочь вам уйти от него. Уйти из боя – единственным способом предотвратить его атаки. И эти герои делают это лучше всего. Как контрить Зарю? Ее контрят Красавчик, Фара, Эхо, Бастион, Дива, Гензи. Вы можете легко убить ее быстрыми атаками Фары, Эхо, Бастиона и Красавчика. Также можете использовать Диву, чтобы блокировать гравитационный всплеск Зари, используя защитную матрицу. Вы даже можете использовать Гензи, чтобы отразить нарастающую атаку и превратить ее в полезность для своей команды. Как противостоять Кулаку Смерти? Его контрят данные персонажи. Это Мэй, Бригитта, Кессиди, Анна, Турбосвин, Бастион и Солдат 76. Вы можете противостоять высокой мобильности Кулака Смерти, оглушив его, используя таких героев, как Мэй, Кессиди и Бригитта. Вы можете использовать Эша и других упомянутых героев, чтобы держаться подальше и убить его на расстоянии. Как контрить Раматру? Казалось бы, персонаж вышел недавно, а уже на него нашлись контрпики. Самыми большими противниками Раматры являются все, кто мобилен или имеет хорошее здоровье. Почти вся категория танков может пережить его в бою один на один, если только он не наносит последовательных выстрелов в голову. Дива, Винсент и Таран могут усложнить ему задачу. Хотя он может сбить Эхо и Фару своим ненасытным вихрем,
Если они находятся далеко от своей команды или достаточно высоко в воздухе, они могут полностью избежать его и нанести несколько легких ударов по нему. Мэй и Жнец также имеют возможность довольно часто исцелять себя, чтобы оставаться с ним в бою. Также Дзиньята может поставить сферу раздора на Раматру. Последнее, чего он хочет, когда у него нет доступа к его форме Немезиды. Анна может легко использовать усыпляющий дротик и биотическую гранату, чтобы значительно усложнить ему задачу из-за его непостоянного барьера. Что ж, вот такой вот ролик получился. Напишите, вдруг я про кого-то забыл, вдруг я где-то не прав. Пишите комментарии, они всегда открыты. Также, если вы хотите увидеть больше роликов, также пишите комментарии. Пишите, по какой игре вы хотите увидеть видео и какие. И я обязательно сделаю видео по той игре, которую вы написали в комментарии. Что ж, на с вами был Славлен. Я не прощаюсь. Подписывайтесь, ставьте лайки. Адьос.